Добрый день. Сегодня наша лекция «Алгоритм исследования пульса» Бегум Талапкызы, врач общей практики, магистр педагогических наук. Сегодня наш план. Первое – это цель, потом показания, противопоказания, место исследования, оснащение и алгоритм действий. И в конце – заключение или примечание, да, говорим? Цель исследования – пульса, оценка состояния сердечно-сосудистой системы и общего состояния пациента. Показания. Оценка состояния сердечной сосудистой системы пациента. Противопоказания исследования пульса никаких не имеет. Места исследования пульса. Первое – это лучевая артерия. Вспомним анатомию на первом курсе, где находится у нас лучевая артерия. Вспоминаем. Молодцы. Следующее. Второе – это височная артерия. Тут на картинке я наглядно показала, где у нас находится височная артерия. Если нет возможности исследовать пульс, вы можете прощупать височные артерии. Попробуйте найти у себя. Третье – это сонная артерия. Сонная артерия – да, к внутреннему краю стернокледомастоидоус, вот с этой мышцы рядом, да, на уровне хряща щитовидной железы, да, находится. Так, вспоминаем. Проходили на первом курсе, да, анатомию. Хорошо, молодцы. Следующее – это бедренная артерия. Бедренная артерия вы можете на картинке увидеть. Следующая подколенная артерия. На этой картинке показала, как надо мерить, да? Следующее место исследования пульса – артерия тыла стопы. Артерия тыла стопы на картинке наглядно я показала, как мы меряем, да, тремя пальцами. Это второй, третий, четвертый пальц. Прощупываем. Наиболее точный механический способ определения частоты ударов сердца – измерение на лучевой артерии, пролегающей на запястье. Однако в экстренной ситуации доступ к запястьям может быть перекрыт. Поэтому важно знать все возможные места на теле для измерения пульса. На этой картинке наглядно показала все места, где мы можем измерить пульс. Если при каких-то обстоятельствах не получится, можете измерять, вот по картинке можете посмотреть. Оснащение нам нужны часы с секундомером, а также ручка и бумага. Алгоритм действия. Первое. Охватить пальцами правой руки кисть пациента в области лучезапястного сустава. Второе. Расположить первый палец на тыльной стороне предплечья. Второй, третий, четвертыми пальцами нащупать лучевую артерию. Третье. Прижать артерию к лучевой кости и прощупайте пульс. Четвертое. Определить симметричность пульса.
ритмичность пульса, частоту пульса, напряжение и наполнение пульса. Пятое. Сделайте запись в листе динамического наблюдения пациента или в истории болезни пациента. Примечание. Частота пульса подсчитывается в течение 1 минуты или 30 секунд, и результат умножается на 2. В норме пульс 60-80 ударов в минуту. Ваш лектор Бегум Талапкызы. До свидания.